летний кубок характерен тем, что все время разный состав, у кого-то командировки, поэтому мешала собственная несыгранность. Ну и результативные большие все-таки заставили задуматься, как собраться. Непростая игра была. Ну, вообще, у нас задача только расти, поэтому, я думаю, выигрывать надо все. Летний турнир – самые положительные впечатления, никаких других быть не может. А тогда я все нравится. Хорошее мероприятие, на котором все поддерживают форму, встречающиеся с друзьями. Одни плюсы. Ну, лично для меня очень позитивная личность, позитивная новость, позитивные изменения. Я считаю, все хорошо с этим.